Встреча президентов России и Беларуси, которая имеет определенные позитивные результаты, связанные с энергетикой и с оборонными аспектами, очень важна. К сожалению, и в России, и за рубежом есть силы, которые не заинтересованы в интеграционных процессах между Россией и Беларусью. И, конечно, существуют и определенные межличностные проблемы. И, в общем-то, наши противники стараются эти трения возвести, скажем так, в квадрат, в куб и добиться дезинтеграции между Россией и Беларусью. Для России жизненно важно по трем основаниям иметь Белоруссию в качестве стратегического, геополитического партнера и друга. Прежде всего, это оборонная сфера. Блок НАТО, по сути, окружил Россию военными базами и на главном стратегическом направлении с западным Беларусь является защитным рубежом для отражения возможной военной агрессии, и там находится ряд военных объектов. Второе, через территорию Беларуси проходят мощные транзитные потоки, связанные с электроэнергией, связанные с транзитом энергоресурсов, нефти, газа и так далее. Ну и третье, нас связывает также многовековая историческая не просто дружба, а Беларусь всегда была частью единого великорусского народа, единой общности древнерусского государства. Поэтому эти связи должны только укрепляться. И в этом смысле российско-белорусский союз, а также и Казахстан, единое таможенное пространство, он выступает элементом экономической безопасности России и элементом интеграции. Поэтому я приветствую эти соглашения и очень надеюсь, что это первый шаг, скажем так, к дальнейшей нашей интеграции. Естественно, на взаимовыгодных равноправных условиях. И задача России и Белоруссии делать все, чтобы эта интеграция развивалась как можно в более широких масштабах и в других сферах экономического сотрудничества. Потому что ни у России, ни у Белоруссии, мне кажется, в условиях глобального экономического кризиса других возможностей выхода, как только совместными усилиями, нет. С точки зрения не только отношения России к Беларуси в плане строительства атомной электростанции, мы можем проследить некоторые изменения нашей внешнеэкономической стратегии во время визита нашего премьера Путина в Японию. Там же речь шла об определенных договоренностях в атомной сфере, во время визитов нашего президента в Латинскую Америку, в ряд других стран. То есть мы видим, что Россия, скажем так, последний год активно начала действовать во внешнеэкономической сфере на пространстве атомного рынка, я бы так сказал. И с моей точки зрения, это правильная стратегия, потому что наши технологии достаточно уникальны. Мы обладаем широким спектром специалистов. И, в общем-то, по сути, это и есть инновационный путь развития. Это развитие, скажем так, нашего собственного атомного комплекса, наших технологий и, главное, их экспорт, а не только экспорт сырья. И эта стратегия, особенно в условиях того, что мир в ближайшие десятилетия столкнется с проблемами вообще обеспечения жизни и, в общем, деятельности и населения, и экономики, и это во многом будет связано с недостатком электроэнергии, с тем, что запасы и газа, и нефти, они, в общем-то, не бесконечные, беспредельные. В этом смысле, мне кажется, ставка на развитие атомной промышленности, она является стратегически верным ходом и позволяет нам добиться важных внешнеполитических, внешнеэкономических результатов в различных регионах мира, и в том числе и по отношению к нашему братскому белорусскому государству. С моей точки зрения, три первых республики — это Россия, Казахстан и Беларусь. И с 1 января, я надеюсь, таможенный союз будет действовать. Второй этап присоединения государств к Евразийскому союзу — это Центральноазиатские республики, но, возможно, на первом этапе пока без Туркмении. Затем следующий этап – это Украина. Я убежден, что в 2010 году к власти на Украине придут новые силы, которые будут нацелены на интеграцию с Россией. Ну и блестящий визит нашего президента в Монголию дает мне основания надеяться на то, что и Монголия, которая не входила в Советский Союз,
Но, тем не менее, она была нашим стратегическим союзником на протяжении последних, скажем так, 100 лет. Она тоже может войти в Евразийский союз. И вот это ядро, которое, с моей точки зрения, должно быть сформировано уже к 2012 году. Вообще задача Евразийского союза стать мощным центром силы уже с 1 января 2012 года. То есть мы должны интегрировать вот это евразийское пространство на базе единой валюты. Это рубль российский. Две столицы. Это Алма-Ата, это Казахстан и Санкт-Петербург. Третья столица — это Киев. Ну и вообще к 2020 году возможно появление четвертой столицы — это Белград. То есть мы должны выйти на Балканы постепенно, скажем так. И мы должны иметь два стратегических союзника в Европе. Это Германия и Италия. Сейчас отношения с этими странами очень хорошие. Ну и в целом с Европейским Союзом. Но ключевые для нас две страны. На втором этапе это Испания и Франция. Я бы сказал, Франция не Саркози, а Франция де Голля. К сожалению, президент Саркози резко меняет внешнеполитический курс по отношению к России. И задача России добиться того, чтобы во Франции, я напомню, что в жилах каждого шестого француза русская кровь, победили силы, ориентированные на дружеские отношения с Россией. Такие силы там есть, и они должны вновь вернуться к власти.